Всем привет! Наступила пора кабачков. И я не исключение, кто будет их готовить. Может быть, кому-то пригодится мой небольшой рецепт. Молодые кабачки не требуется убирать от семян и не обязательно их очищать от кожуры, в отличие от старых. Нарезаем небольшими кружочками, не толстыми. На растительном масле обжариваем до нужной нам степени поджаркости. Я не солю и не обваливаю в муке. Это как раз таки то, о чем я хотела сказать. Выкладываем на тарелочку. Я не подсушиваю, просто на тарелку. Мне так нравятся они более сочные. Посыпаю солью, посыпаю сухим чесноком. Вы же можете, например, через чеснокодавилку чеснок свежий перекрутить. Ну, в моем случае просто сухой чеснок. И посыпаю укропом. Все, вуаля. Если вы уж хотите совсем диетическое блюдо, то рекомендую поджарить кабачки в духовке на противне. Там можно с минимумом растительного масла. Ну, на мой взгляд, так как я сделала, вкуснее и сочнее. Может быть, кому-то пригодится мой совет. А всем приятного аппетита!